преддверии зимних праздников на Белорусской универсальной товарной бирже заметно увеличилось количество заявок на продажу новогодней атрибутики и подарочных наборов. Больше всего за последнюю неделю выросли предложения светодиодных гирлянд, елочных украшений и сувенирной продукции. В частности, только по гирляндам в торговой системе биржи сейчас присутствует более 400 активных заявок. И за первые две недели декабря уже совершено порядка 60 сделок по продаже праздничных товаров. При этом экономия средств за счет снижения цены в ходе торгов в среднем достигает от 14 до 17%.